Зима в Сочи – это много воды, постоянная вода. Короче, Москва не Сочи, Сочи не Москва, ребятушки. И честно, мне такое больше нравится, чем снег. Я снег не люблю. Тут снег за шиворот, снег там под ботинках. Дождик прикольный, вообще классно. Ну там даже что-то есть. Это пальцы, да? Я иду на стендап. Сейчас буду слушать и смотреть комиков. Не знаю, насколько они смешные будут. Возможно, что вообще не смешные. Ну, посмотрим, да? Начало ожидания представления.
утром приехал в Сочи, проходил таможню, когда ехал из Абхазии. Вот здесь вот проходил, где она? Псово чекпоинт. Отвратительные, мерзопакостные работнички, которые ответят за свое мерзкое поведение очень скоро. Похоже на какую-то зону. Они как реально тюремные эти надсмотрщики. Приехал в Сочи. Здесь у меня есть куча кафешек интересных. Завтра еще посещу интересные рестораны. Посетил серф кафе. Там у меня уже знакомые ребята работают. Интересно с ними пообщаться. И вечером поехал на Красную Поляну. На стендап представление. Ну, что сказать, они все однотипные. Больше не хочу там появляться. Завтра еще погуляю по Сочи. И послезавтра. И послезавтра. И послезавтра. А потом? Куда я поеду, потому что жить я здесь точно не хочу. Здесь тесно, очень много людей. Ну и вообще мне здесь уже поднадоело. Надо что-то новенькое найти. Поеду, наверное, сюда куда-нибудь. Наверное, вот я еще в Крыму не был, так что у меня, походу, будет... Возможно, у меня будет... Крым-трипак.